Ребят, всем привет! Сегодня пришла Олесе посылка из Америки, слово конфетти. В общем, я решил взять и попробовать один шарик, как это выглядит. Давно хотел посмотреть, ну как это реально, вот, ну все смотрится и выглядит. Потому что я не знаю, что это такое, но сейчас это в тренде, в моде. Модно, круто, молодежно. Вот такая большая посылка, Олеся разрешила мне открыть только один шарик. Нет, тебе не Олеся разрешила открыть, а я. Олеся, если узнает, она нас убьет. Вот смотри, здесь, короче, сюрпризы какие-то, но это я тебе оставляю. Из Америки это нам положили сюрпризы и еще какую-то ерунду. Это магнитик. Вау. Да, и вот такую огромную коробку, в общем, в ней должны быть лол-конфетти. Шарики. Вот. Чего она такая тяжелая? Один можешь себе взять. Ты очень давно просил у меня. Вы знаете, сколько он у меня просил, этот шарик? Прямо вы прям. Он как только узнал, что я заказываю лол из Америки, он сказал: Юля, мне, пожалуйста, один шарик. Так я, конечно, пообещала, как я могла не пообещать любимому братику. Да. О, огромный бокс. Че, открываем? Лол конфетти открываем. Наша полиция еще не заметила, да? Она откуда знает? Ты просто открывай и все. Я скажу, что такая была коробка. Один не доложили. Если, конечно, она твое видео не увидит. А если увидит, Лёва, спасайся как хочешь. Ты же у меня просил, вот сам и разруливай потом. Ну, блин, надо взять ножницы. Как ты думаешь, какая тебе попадется? Я хочу, чтобы не пропала, если ультраредкая. Ультраредкая? Ну, надеемся. Надеюсь, Лёва, тебе попадется ультраредкая. Смотри, нет, ты разгляди его внимательно. Давай я тебе подскажу, так как ты новичок, это твой первый шарик. В общем, смотри, здесь есть замочки, видишь? И да. Здесь треночка, указано, что ты должен вот сюда вставить ноготь и открыть. Ты что, меня пранкуешь? Я тебе правда говорю. Все, вот так разрывай. Ребят, он такой красивый, я прям не могу. Китайцы запаковали, блин. Сейчас ногти все саду, опять на маникюр придется идти. Дальше что? Ну, здесь много слоев, Лёва. Здесь где-то подсказка должна быть, посмотри внимательно. Нету? А вот. Ну-ка, что там написано? А, ничего нет? Yeah. Так, еще один замочек. Сложно открывается? Очень. Вообще какую-то чушь придумали. Девочкам нравится. Полный бред. Видишь подсказку? Нет. Ну-ка давай. Что ты так выбрасываешь, Люба? Это подсказка. Какая? Типа. Какая? Нет, это наклейки. В общем, там дальше где-то должна быть подсказка. Боже, шар у тебя будет. Ты хоть видишь? Да. Что это значит? Ну, обычная игрушка, нередкая. Тогда это неинтересно. А что, здесь нет подсказок, что ли, в конфетти? Не знаю. О, как ты так открываешь? Все? Так, ну, вроде ты все открыл. Так, смотри, что-то здесь дальше нужно делать, я не знаю, Лёва. Ну, ты умненький, догадывайся сам. Да я тут понятно, что вы. Spin me, что это? Крути меня. Ну ты крутишь и ты открывай вот одну по каждой по очереди. Так, розовый будешь открывать? Как ее открыть? Не, ну я не знаю, я тоже ни разу не открывала. Может, вот сюда нужно палец засунуть? А-а-а! Ну, Лёва! Мне его прижало. Да ладно. Ну открой какой-нибудь отсек, открой. Я не понимаю, как. Что это такое? Слушай, ну если ты такой умный мальчик не можешь открыть, то я не знаю, как Алиса будет открывать. Что по инструкции? Почитай. Вот, смотри. Вот эту, наверное, отодрать надо, нет? Как ты думаешь? Давай. Да. Погнали. Что погнали? Это куда погнали? Кнопка. Ты думаешь, это кнопка? Нет, смотри. Песом. Как-то должно открываться. Во!
Так, что там? Доставай. Конфетти. Там конфетти. Давай. Не бойся ты. Что это? Ну, открывай. Сюрприз. Это тебе сюрпризик. Тебе интересно уже? Нет. Так, что же попадется Лёве? Ролики! Жёлтые ролики! Класс! Что это такое? Не знаю. Ты открывай по очереди. Ты пакетики-то доставай. Лёва. Ребята, что-то не то хочет сделать. Ну кто так лол-конфетти-то открывает? Лёва, самое идиотское открытие лол-конфетти в жизни вообще, которое я видела. Чего? Потому что это должен быть праздник. Ты должен был дернуть за веревочку, и у тебя вот так они должны были разлететься везде. Кто? А ты что, открыл, и все валяется. Что за ерунда вообще? И не празднично, и не весело. Как? Я думала, ты хоть обрадуешься. А типа за нее дергать там конфетти? Да. Давайте еще раз. Ты думаешь, оно срастется вдвоем? Да. Сейчас. Это просто ужас, я просто в шоке. Ну как можно, Лёва? Что там еще есть? Ой, еще ячейки не открылся. Ребят, в общем, я делаю вывод один. Мальчикам вообще это все не интересно. О. Зачем он у меня просил, я не знаю. Тут пружина, она типа выталкивает. Чтобы Алиса это не дала. Тебе что, жалко? Давай куклу посмотрим, что ли. Кого? Куклу. А где она? Ну где-то там. Тут? Ну открывай пакетики. А это что такое? В каком-то пакетике кукла. Вот здесь, наверное, она и есть. Редкая. Она еще и на шпагате сидит. Обычная. Какая-то карамелька. Так, одеваем ей ботиночки. Ролики. Вы когда-нибудь видели, чтобы так ролики одевали на кукол Лол? Я ни разу не видела. Задом наперед. Че еще не нравится? Да задом наперед, Лёва. Она че у тебя? Одеть как надо. Одежка. На, одевай. Вот я одеваю шорты. Я ее назову Аляй. Аляй? Оля? Оляй. Оляй. Сложно одевать одежду? Да. Да? А представляешь, Алиса справляется вообще без проблем. Ну, по 100 раз в день переодевает их. Молодец. Оляй готова. Штаны только натяни. Ребят, посмотрите, какая она красивенькая. Такая хорошенькая. Только штаны что-то вот не натягиваются. Сейчас оттянем ей ролики. Термос. Че? Лёва, это бутылочка, соска. Какой еще термос? Ой, какая красавица. Это еще не все. Это же этот браслет. Это повязка. На руку. На голову. Готово. Хорошенькая. Лёва, ты молодец, открыл пакетик. Давай скорее посмотрим, что в этом пакетике. Что там, Лёвочка? Сосочка для маленькой девочки. Посовывай ей в ротик эту сосочку маленькую. Пусть почамкает. Не расстраивайся, в следующий раз попадется ультраредкая. Всем пока-пока, ребят. Пока-пока. А воздушный поцелуй. Лёва!